звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей, одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и твердила: «Детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. Ваша мать согнулась, постарела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у нашего стола. Вы под этот стол пешком ходили, в праздник пели песни до зари. А теперь разъехались, уплыли, улетели, вот и собрели». Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал стучать: «Дети, срочно, дети, очень срочно приезжайте». Заболела мать. Из Москвы, из Сталина, и Гарки, отложив давние дела, дети собрались, но только жалко, у постели они устала. Гладили мальчинистые руки, мягкую серебряную прядь. «Почему же дали вы разлуки так надолго между вами стать? Мать ждала вас в дождь и снегопады, в яростных бессонницы ночей. Разве горе дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграммы».